Так, ребят, хотите посмотреть, как живут простые скромные еноты в Люксоре? А, здесь в номере два стула, хотя номер на одного человека, ну, на двоих, я так понимаю, может быть. Холодильник, телевизор. Здесь такой вот шкаф-купе, зеркальный в пол. С этой стороны вот такая вот кровать, кондиционер, санузел. Кстати, да, классный санузел. Здесь уже есть фен в номере. Вот такая вот инсталляция. Крючочки. А, ну, мини-ванна, в принципе, есть. Со шторочками, вентиляция. Здесь даже есть свет над зеркалом. Так, мне больше интересно, какой тут вид из окна, потому что это вид, по-моему, на паралию выходит окна. Здесь же балкончик есть. Вот так вот все сделали по уму, чтобы было удобно открывать двери, не цеплять занавески. Давайте посмотрим, какой там вид. О, двойные окна, что тоже очень удобно. Так. И давайте пройдем на балкон. Вот здесь вот тоже есть зона отдыха, сушка для вещей. И вот она, паралия. Вид на встречу, то есть еноты сегодня будут песни и пляски до утра здесь под окном. Посмотрите, сколько людей идет на пляж. Обалдеть. А теперь посмотрим, как живут Носта и его супруга с дочкой. Так, здесь вот такой вот холл. По периметру разделяется кроватки. Игровая зона для детей внизу. Слушайте, ну красиво смотрится. И тут крыша такая панорамная. Давайте зайдем к Аленке. О, в общем, мы у Алены. Ален, рассказывай. Ну что, мы в очередной раз приехали в Люксор. Ну, как всегда, Люксор восхитил. Теперь мы въехали в стандарт плюс, то есть это номер для семейной пары и для ребенка. Вот такой диванчик. Класс. Раскладывается, да? Раскладывается, да. Ну, сейчас тут пока у нас вещи валяются. Ну, только заехали. Да. Вот это кровать. Ой, самое главное, мне вообще очень шкаф здесь возбуждает. Возбуждающий шкаф. Да, возбуждающий шкаф. Полотенце. Здесь все полотенца, постельное белье, как всегда. Вкусно пахнет и чистенькая. И чистенькая, и отглаженная, между прочим. Так. Тут, соответственно, ну, одеялки уже для ребенка. И сейчас мы тут все побросали, матрасы на диванчик, чтобы ей было спать. Я, кстати, там не заглядывала в шкаф, но я думаю, там такой же у него будет состав. Да, у них там тоже есть. Угу. Ну, вот этот мини-барчик, но он пока пустой, но мы с собой уже все приготовили. Нормальные люди с тобой берут путешествие, правильно, правильно. Ну, осталось там закусочку, все хорошо, но коврик, угу. Все как положено. Единственное, что здесь, как и не в прошлый наш приезд в июне, вид из окна меня, конечно, расстроит, да? Но единственное, что здесь очень тихо будет. Из-за того, что у меня есть ребенка, поэтому подумали, что, ну... Правильно, там просто у енота вообще уже весело. Да, да, там, конечно, вид на параллели был бы очень-очень хорошо. Ну, ничего. Терпимо. Покажи мне санузел, он, правда, побольше у вас, чем в том номере. Да, у нас вот санузел, конечно, здесь намного больше. Так, а включи свет весь. Да, кстати, тут свет. О, совсем другое дело. Вот, мы даже с собой не щетки, не зубную пасту. Покажи, мы его не брали, потому что здесь все выдается. Видите, три щетки. Зубная паста. Серьезно? Да, здесь шампунь. Это вот у них в наборе? Да, в наборе. Гель для душа. Полноценный шампунь, гель для душа. И мыло. Ну, туалетная бумага, фен. И ПД, чтобы уж все меня... А, у вас есть? Ну, да, там, кстати, нет, там только санузел. Да. Ну, это для ребеночка, да, Юлечка? И если не секрет, что почем? Ты не помнишь, почем тот номер? Я сейчас скажу, ну, конечно, это не июньская цена, по которой мы схватили в марте, там 1350, мы без ребенка ездили, это был стандартный номер, ну, поменьше. Сейчас скажу, со скидкой у нас получилось 2890 за сутки. Ну, а тот номер, не помнишь, почем? Его? Ага. Его сейчас скажу. 2 540. А, то есть разница небольшая, хоть один, хоть втроем, да? Да, да. Разница вообще небольшая. Просто. Ну, я считаю, как бы, вот он где денег стоит.
Я знаю, что были там у них в июне, в июле цены по 4 косаря за сутки. Это, конечно, перебор, я считаю. Но зато море рядом и бассейн. Да, море рядом, бассейн, конечно, вообще шикарный. Кухня там просто это... Я не снимала кухню. Вот ее надо еще показать, я это все в обзор. Сначала с номеров, я обязательно все покажу. Это островок, от которого так... Да, мы все равно будем спускаться, заодно покажешь. Там, я говорит, готова отдать душу дьявола за руку. Она шикарная, я просто уже была, но без кавера, надо зайти еще показать. Я сюда, конечно, не приезжаю, там мне, честно, все равно какая кухня. Да. Я еще не люблю. На отдых, правда? Да, я не люблю стоять на кухне. Но так как в этот раз мы приехали с ребенком, мне придется это делать по утрам хотя бы. Ты мне сейчас бассейн покажешь? Да. Угу. Кулеры там. И горячие. На каждом этаже есть кулеры с водой мы, горячей. Мы, кстати, холодной. Жили в июне вот там, номер у нас был. Ага, 111 в уголочке. Да, там. В уголочке, да. Смотри, какая у них эта гостиная патио. Что больше всего понравилось, то есть ты выходишь, да, такая. Хотела постирать. О, машинка. Бесплатная. Бесплатная. Стиральный порошок, пожалуйста. Даже есть там, да? Да. Тебе даже покупать порошок. Ничего не надо? Ничего не надо покупать. Пожалуйста. Сушка в номере есть, да? Да, стирай, не хочу. Идеально. Не жизнь, да. Сказка. А то как мы в отелике отдыхали, там стирка стоит 150 рублей. Да ладно. Нужно выйти из одного корпуса в другой, подняться, там найти эту, как и горничную, заплатить деньги, потом найти вот эту капсулу Ариэль. Ух ты ж, ё-моё. Да. Потом ты спускаешься только в подвал, там у них есть, и там стоят машинки. Это куча целой процессе. Мне так как достало, я в результате, короче, все вещи не стирала, а я их покупала просто, а потом привозила домой грязь. Так, тут единственное, может быть, нас не очень хорошо видно, я пока отключусь. Да, везде кулеры стоят. Это вот мы сейчас подходим к самому классному месту, любимому. Так как у меня ребенок уже вырос, и я не маленькая, какая игровая мне классная. Да, кстати, шикарная игровая. Игровая сверху чуть-чуть показала. Девочка-аниматорская. Да. А вот, кстати, есть расписание, можешь да, посмотреть, да, там да. По скольке открыто. По графику. Там гладильная доска была, да, я видела с утюгом. Да, то есть, я думаю, гладильную доску еще можно взять, ну, такая она вот переносная маленькая. Да. У горничной на каждом этаже и утюг тоже. То есть, надо спускаться, ты... Да? Да. У них прям есть, как называется, там есть... Ресепшн, нет? Не, не ресепшн, комната. Ага, ну, служебного персонала, да? Да, угу. Опа. Опачки. Оп. А куда это мы вышли, да? О, это то ради это, чего? Да. Сейчас я, пока... приехать. Сейчас я покажу, как ты аккуратно спускаешься, и заодно шикарный бассейн, ребята, он, Юлька уже там, о, привет, значит, Машке помочь в бассейне, тебе покажу, красота, какая лаунж-зона шикарная, конечно, вот он, счастливый ребенок, выросла из возраста, когда можно купаться в маленьком бассейне, мы сейчас спустимся пониже. Такая. Ну вот, приготовила. Сейчас мы пойдем на кухню, там шикарно. Ну, видимо, видишь, уже подстерлись. Они в июне, кстати. Белые-белые, да, были. Белые потрескались, видимо, от такой погоды, от дождя. Да. Юлек на отдыхе, да, Юлек? Кайф. Да, даже вот эта зеленая такая зона с плющом, да. О, и какая красивая и одинокая, недолго одинокая, потому что такая красота одна не останется. Но знаете, какой шикарный вид на бассейн. Здесь настоящие пальмы и бассейн. Бассейн и вид на такой вот отель. Но теперь самое время показывать мне кухню. Как покушаешь, да, то есть как считается... Столовая. Да, гостевая. Когда... Обалдеть. Да. Вот это роскошь повсюду. Реально, зона отдыха с подсвечниками, со свечками. Кулер, да. Ты вот пришел с моря, хочешь пить? Можешь бутылочку вина взять вечером. Есть красивый сейчас с подсвечником. Зажечь и сидеть как истинная королева удовольствия. Да, да. Как это, будуар императрицы, да? Да, да. Покажи мне самую святую из святых. Ой, это туалет. Это туалет. А ты кухня? Ага, пропустила. Какая память у нас, да? Каждый раз, как первый раз. Я страдаю этим фотографическим хитинизмом. Нормально. Зато будешь каждый раз новыми эмоциями. Вау. Кстати, реально вау. Это... Смотрите, все вот тарелки, столовые приборы, рюмки, чашки, бокалы, подносы. Вообще все есть, вообще есть.
здесь. То есть можно всем пользоваться, правильно, да, я понимаю? Да, да. То есть такой все. Холодильники, да? Холодильники. Еще в номере есть маленькие холодильники. Подписать сейчас какой номер, да, чтобы он входил здесь. Шикарно. И вот даже да, есть несколько зон, здравствуйте, ну, помывочных. Да, то есть вот, пожалуйста, то есть если захочешь приготовить. Да, кстати, посуду тут у тебя даже моют. Да? Ого. Да. Ого. Представляете, за вас еще посуду моешь. А? Вот это прям действительно, я наконец понимаю, что такой сервис, когда ты вроде бы и сам готовишь, да, чтобы не кто-то, но с другой стороны посуду всю вот эту вот бутафорию моет за тебя. И посмотри, столько... Вот, плита персонала, даже подписано, да, чтобы вот газовые, не было потом... Угу. Супер. Прям. Если честно, я так обожаю газовые плиты. Я тоже. Электрические. Безвыходность. Да, да. И вот уже сколько лет я пользуюсь электрическими, я всегда вспоминаю с таким вожделением на газовую плиту. Ну, так как мы живем в домах уже, которые больше 9 этажей, да, соответственно, там уже там не ставят газовые плиты, да. Вытяжка. Вот для меня газовая плита — это вообще, я не знаю, ностальгия, ностальгия. Это грустная, ну-ка улыбайся, даже это на отдыхе приболела. Слушай, да, кухня шикарная, я вообще не ожидала, что вот такой сервис, это прям о многом говорит. Пойдемте отсюда. А как выходить? Ты помнишь вот здесь, да, выход? Ну что, Ален, можешь советовать этот да, отель? Да, да. Приезжайте смелее. Наткнулась-то где на него вообще? Мы отдыхали здесь, вот, я говорю, вот, отель «Коммердиан» 2 года подряд. Но мы ездили из-за ребенка, потому что там было все включено с едой. А сейчас ребенок подрос, в принципе, можно и по столовкам им поводить. Расскажи, за сколько вы здесь отдыхали в этом году, в июне? В июне месяце мы его сняли здесь, номер стандартный на двухместный за 1350. В марте мы его искали. Эту акцию нашли. Ну, а, соответственно, сейчас мы за 2790, по-моему, 2900 в сутки. Но мы теперь живем вдвоем. И, кстати, твой номер енота на 400 рублей просто дешевле. Разницы вообще никакой нету. Да, короче, приезжайте сюда, мне понравилось. Да. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Моя умница, знаете, вот это высшая школа. Не забудьте, ребенок просит. Ставьте лайки! Ждем, 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 лайки, лайки, лайки.